В принципе, рейд и нормальный для Джайна бы был на самом-то деле. Так надо ну, только одно Джайну сделать. У нас Джайна еще осталось. Крис добавить можно? Я бы РС-ку не отказался. Сейчас меня выбило с ошибки, я зайду и дам вам крис добавку. А это все из-за того, что ульпером же, наверное, по-любому. Он же давно ульпером бегает, же надо. Дать критическое масло уже накопить. Я на команду с Лойдом парадом побыстрее проходить. Ну чекай. ПЦ нету. Я уже почти зашел, у меня загрузка заканчивается. О, Леха, смотри, кучу твинов покикал. Бля, а что тыкать? На которых, блядь, люди по этому... А дальше? По неделю три не заходили, нахуй не... Да, тогда. Это не так отлины. Ну я вижу. Слышишь, Леха, дай сист. Я ждал вроде, не? Нет, на старом это. Ставил. Ловите. У кого рыбалка? Я сегодня рассчитываю на это. Только на ЗС-ку. Завтра на Джайн. Джайна сейчас легче в разы. Ой, быстро поймали. Даже слишком быстро. Сколько плюсов на третьей карте? 5. Чё до хера магу? Дреть. Прыгнули в воду.
А что, задний трэш не будем убивать, да? Вот, прыгнули. Вагон. Не вижу нихуя. Вроде далеко стоял. Он просто конусом бьет. Я понимаю. Давайте босс, Антилян. Можно было даже не бояться. Пидорасы, блядь, панель сломали. Опять говно. Ну, запы неплохие. Колечко. Тринка, наверное, никому не нужна уже. На оф-оф спек теперь можно. На третий спек. А, он ночечку где берет. Не, брон. 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 А если нажать отказаться от лута, будет табличка этого власти? Нет. Ты же отказываешься от лута, скорее всего, нет. Удачи, фаст. Еще одна дождя. Амировновинка. Чем вот трешим Канаду? Да. Thank you.
Да черебутается, да? Да. Ну, охуели он всегда так подкидывал? Да. А вы всегда кричали «Эвейт, эвейт, танк, подвигайся!» Ага. Пугает один. Тогда же сразу не поймешь, кто кричит. Мои нареди чаще кричат, потому что и меня всегда подбалось в этом. А что, погодите, демоны теперь, получается, это то, что панелька не выходит, можно все способности прижимать, что ли, в демоны? Или чаще, не пойму. Ну, попробуй, по идее, выныли за это, ну, демоны другие на форум. То есть Локи и там и это, и Агонию покидать, например, да, можно? Ну, если так, то вы, блядь, универсальный места. Темнить тогда на форуме. Ну, блин, раньше, не знаю, вот, мне было удобнее, когда панелька вылезала. Когда ты, ну, в эту демон-форму прыгаешь, и сразу панелька уходит. Что за мобы кривые? У меня бомбочка взрывается и все вниз. А зачем вы их откидываете? Это либо на СОЛ. Мне же Леха сказал, что ладно, печати, что подкидывают. Вот они были там. Надо им всем еще массово выдать символ маленький. И в смысле ты заберешь, у тебя приор ниже, чем у меня? Сидит меня тут дезинформирует. Ты не ЕП нажимай, а приоритет. Вот колосс кастует, вернитесь. Я могу старый на 700 гп еще брать, что хочу. И все равно буду выше. Ренжу возьмите. По. Бежим. Что там долго еще до первого, до второго босса? Чуть-чуть. Минут 10. Минут 10. Ну тут колосс просто вылез. Этот самый против. Друг друга убьете сейчас. Рика, дачи. Берите раньше. Броня. Все хилые вместе, как будто стоите. Бросок моба через бедро. Чё там? Вы живые? Дайте АОЕ, убейте мобов, резать людей. Быстрее завешивайте это всё.
Все, нет заразы. Нету. Ну, видишь, рейд не бьет, значит, нет. Стоят такие. Может, срез давить? Бой почему-то висит. Все, рез. Восемь паладинов в рейде, серьезно? Блять, а чё у вас так много? Где вы вчера были? Вага, ты что ли наплодил? Иннеры по хилам раздайте, чтобы не сидеть долго. Вага, ты неправильно делаешь. Надо изничтожать паладин, а не плодить. Всё, дальше трэш, пошли чистить. Пошли, пошли. К темпе. Понятно. Два мага охоты теряет. Улетели, подождите. Два мага? А, понял. Каких? Пустоты. Черепокую слейте. Вообще. Путайтесь. Яд сейчас будет. Этот Брандмауэр тоже убивается. Через череп. Нет, он мне вроде как вчера говорил.
Локи, а жертвенный огонь у нас на копье и на стрелу тьмы, да? Прок дает. О, кстати, может заработали эти демон, другие демонические способности. Всех придешь. Это мы там остались. Сейчас прибегут. Да ну, типа Афлик. Или что ты имеешь в виду? Форму как у этого Ушипа. ШП почти все карты доступны. Что там есть? Ну, что там есть еще? Пенис тут? Да, здесь. Давай своего ханта. Я тоже захожу на этого босса. Кому не надо этот босс? Дракон. Давай, я выйду. Не, ну куда? МК не выходит. Да за шо? Так, короче, этого враску пока что на себя отклонил. О, блядь, заработали. Ебать, а теперь где мне могу таунт нажимать? Повеселимся нахуй. Сейчас вспомнить. А, это ты типа там обнажал? Просто с него никогда не забираюсь, вот хорошо. Нет, это я решил проверить, работает. Талант мастер стоит? Можно там как-нибудь отключить Евку конкретно? А что это там мастер дает вообще? Маг, поставь портал. Так, Лёх, не нажимай пока. Они рассказывали, что это тот же фреймер, только по нему можно кидать таунт. То есть конкретно человека кидаешь таунт, и по его цели, на которую он сагрен, кидается таунт. Там, да. Блядь, такая фигня тоже, как пати, всю пати тут появляется. Всё, заходи. Лёха, ты танчишь, да? Спекайся в ДД. Транс. Роня, уходи. Порт вон стоит рядышком. Чё там твой хант? Раздуплится? Ну, суманится. Да сумма, ну вроде. Маша, доступа нету? Зулджина, спроси. Да доступ я ему сам делал. Вроде тут. Ну, в смысле, не в ФК. Ну там же не только зол, там... Ссылка. Ковище же, по-моему. Ссылка, обычка, все, ссылка. Надо весь один и трон. А у него пауф не убит. Да, пианист? Нельзя примить к этой цели. Ну, значит, доступ. Да, вариант, что у него пауф не убит. Тогда у нас тормозит. Целка убита полностью. А профессор? Зла убита. Который убрал, читал. Проф убит. HKD. Нет, не КД. Просто пишет, нельзя применить к этой цели. Это был бы КД. Нет, цели на доступе.
Нельзя применить. Ну, целка у него с профом убит или нет? Ух, хотя взломан после профа идет. Профа мог и в десятке за. А там лич или, или падение лича? О, целка. А мы когда ему доступ открывали, у нас профа спулили. Пойдем быстренько профа ему убьем в обычке, да и все. Да, да. Профастику делать нет. Это на следующей неделе приходит. Я обычки, говорит, профастику попал. Метнемся кабанечком, да-да. Дайте лапу. Ну чё, пианист? Ну сейчас с ачивками линкуют. За линканул. Целка лича линканул. Сейчас прошу вторую, там где все боссы. Как та ачивка называется? Падение. Квартал, чумной квартал, что-то типа такого. Там три босса будут: тухлый, гнилой, прох. И остальные кварталы там по кварталам. Подземелье Рига, падение короля лича называться должно. У меня, блядь, не могу линк. 25-ка. На бордаж. А. По кварталам. Вот так. Это Гер, ну вот такая одна обычка уж должна быть. Сейчас. А, ну если с Гера есть, то она там, наверное, включает обычку, не знаю. Ну если с Гера есть, вы, блядь, в обычку без Гера ж не попадете. Да. Ну да, ну да. Да. Штурм вот такой вот тоже должен быть. Все, ладно, броню обратно сумоньте. Какой-то не убит, наверное, босс один. Да проф тогда этот, он десятки потом закрывал. Ему 25-ка нужна все-таки, да? А мы тебе говорили, да. Давай вайпимся. Забей, давно было. Завтра сходим, закроем, чего нет. Вага. Вага. Ладно, поехали. Довольно. На пул хорошенько, дайте сейчас. Но Вага пианист на этой неделе сказал, что от вихря все милики должны убегать, когда он был в хим. Чё, ГП? Да. Не говори. Мокните, а потом я не безгончен. Mm-hmm.
Все друиды побежали бафать лапу. Розелина, отойди от Никитоса, пожалуйста. Старик, на тебе демон. Можете япончик номер один слить. Бля, пианино какое-то стол.
Этот, по одному вытягивай, Войд. Больше не бери, только по одному. Никому не нужны, что ли, да, перчатки? Нет. Что там упало, кстати? По-моему, на паладина, на локо, да? И тапки кожаные. Ну, на успех вот, а? Шаман. Сапоги. Кожа. Ну, ладно. Паразитами все могут быть. На диспел можно пролить? Я же нажимал на офспек. Не видно? Какой диспел? Вороночка. Мне сапоги нужны, если никому не нужны. И второго на. Спасибо. Да, я рад, что ты нажимаешь на лов-спек. Вас два человека, я ебу кому отдавать. Рассредоточьтесь, пожалуйста. Понял смысл? Раньше наберите. Там воронка лежит, большом, я так понимаю. Сейчас убьем. Друиды, вот вы друг друга обновляете болезнь на себе. Немножко друг от друга разойдитесь, два дерева. Беги вот немножко вперед вниз. Ты что, демоны проще стали или что? Да еб, ты шутишь, что ты это пианино теперь вообще? Я запутаюсь, какие клавиши нажимаю. Очень из-за того, что все кнопки стали доступны, и демон в форме, очень много доступных появилось, которые можно также нажимать. Короче, можно обузить, да? Ну да, это обуз, но такой обуз, что не запутаться бы в нем. А что там за кнопки-то? Халун, таун, что еще? Нет, не в плане не в том, а в том, то, что, например, проклятие рок, это можешь демон кидать, да? Ты можешь дополнительную доту кидать. А. И из-за этого тебе нужно как бы все поддерживать и следить за этим. А что, раньше нельзя было, что ли? Раньше нет. Раньше в демон-форме нельзя было кидать. Если, ну, значит, они по полной, типа, выкладывают персо. Это то же самое, как ты будешь, не знаю, на ретрике нажимать бурю и все. Если не успеваешь, можешь просто не нажимать. Блять, такое все. Кому-то нужно вот это кольцо? Так, ну, я не спал. Подходите, залезьте, трещь, потом резать.
на main spec кольцо кому-то, если это... Я же не хотел. Диспел. Да. Залутайте кого-то там, воронка. Я, кстати, там тоже нажимал на off. Количество воронок увеличено идет. Не могу понять, почему у меня фризит, блядь. Это все ебаный ульпер, блядь. Думаю, сейчас у всех такая проблема. Задержки, блядь, ни просадки FPS, нихуя нету, просто фризы какие-то. Япончик, а тебе зачем кольцо? Можно мне кольцо? Я говорю, мне на диспел, забирай.